Еще раз всем здравствуйте. Нахожусь на площади Победы в городе Витебске. Полчаса назад снял три части видеообзора по аллее славы города Витебска. Почему не начал сразу снимать с площади Победы? Потому что солнце еще было с неудобной стороны. Видите, оно только еле-еле вот зашло за деревья. Поэтому весь вид был, засвечивалось видео, поэтому решил немножко дождаться, когда оно спрячется. Сейчас совершим видеообзор по площади Победы в городе Витебске. Вот сейчас общий вид, покажу вам панорамный, как она выглядит. На той стороне проспекта тоже продолжение площади Победы. И вот стоит такой большой дом с надписью «Подвиг советского народа бессмертный». Очень много там проката детских машинок. Я даже в Минске у нас не видел, чтобы столько машин много было. Даже тяжело сосчитать, наверное, штук 50, причем в разных местах. Давайте прогуляемся, посмотрим, что здесь. Здесь красиво, да, конечно, немножко отсвечивает еще, но я думаю, что-то увидим. Такой закат в Витебске, время 20 часов 30 минут. Памятник советским воинам, освободителям. Не хочет фокусироваться. Так, вот немножко лучше видно. Пойдемте спустимся дальше по лесенке. Вот главная стелла в Витебске на площади Победы. Находится вот такой, такие фонтанчики небольшие. Сейчас хочу вам показать, как тут оригинально сделали вот такие монументы. И вот они идут практически с 1941 по 1945, сколько вот длилась Великая Отечественная война. Потом пройдемся, посмотрим. Хочу показать вам, как выглядят фонтаны здесь. 1942. Много людей отдыхает в парке Победы. 1943. Твой телефон здесь, Настя. Я. Балуются там подростки. Вот и солнышко прячется уже почти. 1944. Вот самолет летит. Ну, сейчас подойдем к стелле. Там я вижу вечный огонь.
Бенок стоит. Вот сам вечный огонь. Сейчас посмотрим с вами набережную Западной Двины. Вот такой красивый вид открывается здесь. Живописный. На фоне заката. Смотрим. Такая старинная пушка, видно еще наполеоновских времен. Глянем. Слава героям войны 1812 года. Вид на мост через Западную Двину. А не подскажете, какая еще Витебская речка, кроме Западной Двины? Учёсы, да? Спасибо. А ну они все в Витебске, да? Да, Учёсы только чуть дальше. Угу. Они все в Западную Двину? Да. А прямо вот, где на горе стоит. Угу. Спасибо большое. Спросил у местного, тут в Витебске, оказывается, еще кроме Западной Двины две реки протекают. Лучёсы. Еще какая-то. Обе впадают в Западную Двину. А, Витьба еще, вот, вспомнил. Это я вспомнил, есть такие вафли еще в Беларуси продают. Витьба. Такие цветочки посажены. А что это за улица, не подскажете? Вот этот проспект. Московский. Московский, спасибо. Вот это вот Московский проспект подсказали мне. Торговый центр виднеется, Беларусь. А тут видно школа какая-то или гимназия. Спортивная площадка, играют в футбол, мини-футбол и в волейбол. Ребята, что это за здание? Что? Гимназия или что это? А что вам надо? Ничего, что я видео снимаю. Я просто в блоге ношу. Да закидывай еще в блог. Пусть все знают, что такое. Не надо, не надо. Ну я вас лицо не заснял, если не переживайте. Помог местным школьникам. Следы от самолетов. Военных. Вот такой красивый вид тоже открывается. Такие трамвайчики. Я в Минске уже давно таких не видел. Витебский трамвай. Там вдалеке просто нету зума. Люди отдыхают на травке. На берегу Западной Двины. На этом все. Спасибо за внимание.